Всем привет, меня зовут Иван, вы на канале Axel Rage, и сегодня у нас на обзор вот такая вот прикольная штуковина. Это Game Stick Lite флешка с двумя беспроводными джойстиками с возможностью закачки на нее игр. На этом устройстве, ребят, можно запускать игры от игровых автоматов. Первую Соньку, пожалуйста, можно запускать. Sega, Super Nintendo, Dendy, Master System, по-моему, даже Game Boy можно запускать. В общем, прикольная штуковина, Game Boy Color и обычный черно-белый Game Boy. И сегодня мы ее посмотрим. Game Stick Lite мне на обзор любезно предоставил мой друг Алексей. Лёш, огромное тебе спасибо за возможность снять ролик про вот такую вот малюсенькую флешечку. Посмотрим, что это за зверь. Мне уже не терпится распаковать, посмотреть. Ну, не будем мы время тянуть. Давайте будем приступать к обзорчику. Смотрим коробочку поближе. Слева у нас изображена надпись Game, а также чувак такой, геймер прям лютый в очках, с джойстиком в руках рубится. Так, смотрим, что здесь написано. Профессиональный игровой чип, то бишь процессор, стоит в Game Stick Lite внутри, это хорошо. Подключение напрямую к телевизору, установлены классические игры, а также здесь есть два стика на джойстиках. Вот они, два стика. С обратной стороны наклейка, я так понял, от продавца, но на всякий случай я QR-код закрою, чтобы не было никаких потом претензий. По бокам коробки здесь также изображен этот чувак. Написано беспроводные контроллеры. С обратной стороны мы видим во всех ракурсах изображена Game Stick Lite. И на английском здесь описание. Ну, в общем, особо ничего тут интересного нет. Что ж, давайте будем открывать. Сверху мы сразу видим само устройство в таком вот матовом пакетике, в приятном. Вот так она выглядит, Game Stick Lite. Тут изображено еще, что поддерживает 4K Ultra HD. Не знаю, так ли это, но проверим, посмотрим. Снизу два разъема, USB и microUSB. microUSB идет для питания нашего устройства, а USB-шка нужна, чтобы сюда можно было вставлять вот такую штуковину. Это для джойстиков, чтобы... Вот так мы вставляем, чтобы джойстики синхронизировались с геймстиком и можно было уже непосредственно играть. На боковой части расположены два отверстия. Я думаю, что это, скорее всего, индикатор. А также здесь есть microUSB флешка. Она уже идет в комплекте. Флешечка на 64 гигабайта, что я считаю очень и очень неплохо. По габаритам вы можете видеть, она помещается на мою ладошку. Весит она немного, примерно как USB флешка для компа. Сверху есть крышка. Она удобно открывается и удобно закрывается со щелчком. Дизайн мне, если честно, очень и очень нравится. Такой добротный пластик, приятный на ощупь. В общем, сделано нормально. Нормально. То есть это не soft-touch пластик, явно не soft-touch пластик, но и не самый такой противный, дешевый. Понятно, что она сделана в Китае, но выглядит неплохо. Положили вот такой вот переходничок, и я считаю, это очень, на самом деле, круто. Это удобная штуковина. Она нужна нам для того, чтобы нарастить длину нашей флешечки, чтобы можно было подлезть к телевизору, если у вас, допустим, HDMI расположен сзади телека и телек впритык к стене. Наращивайте, и можно будет все это дело вывести. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так это выглядит. Берем нашу Game Stick, вставляем в переходничок. А на обратной стороне у нас HDMI уже. Вставляем далее в телевизор HDMI-ку, и вот так вот она будет у нас висеть. На самом деле очень здорово, удобно и хорошо, что сюда его положили. Далее мы видим здесь два джойстика вот таких вот
как на PlayStation 2, очень похоже. Прям стики очень похожи по ощущениям на джойстик от PlayStation 2. Здесь есть клавиша мод. Это наподобие также была на PlayStation 2 клавиша, которая включала вибрацию. Здесь, скорее всего, в менюшку будут выходить. Ну, в общем, посмотрим, зачем она нужна. Клавиша Select, клавиша Start. Обозначение, по-моему, как на Nintendo. На Nintendo Switch. X, Y, A и B. Крестовинка довольно, кстати, приятно нажимается. Но джойстик, кстати, ощущается неплохо. Вполне неплохо. Я думал, что будет намного хуже. Единица — это у нас L1, R1. И двойки, задние курки, это по аналогии L2 и R2. Ну, держать удобно. Это хорошо. Снимаем отсек и видим, что здесь питается джойстик от двух батареек класса 3А. Ну, то бишь, это мизинчиковые батареечки. Нужна здесь пара. Я думаю, надолго будет хватать, так как от Dendy и от Sega беспроводные джойстики, в принципе, очень долго работают. Я думаю, здесь тоже засунул батарейки и на полгода, на год забыл. После того, как вы сюда засунете батарейки, то уже будет намного-намного приятнее держать джойстик, он будет поувесистей. Снизу мы видим тумблер «Включить и выключить наш джойстик». Вот такой вот микро USB положили в комплект. Он маленький, даже меньше метра. Я думаю, где-то полметровый, но в принципе этого должно хватить от флешки и потом в телевизор надо будет воткнуть. Ну, один конец мы вставляем вот сюда вот, в нижнюю часть GameStick Lite. Вот так вот это выглядит. А уже USB-шка идет непосредственно в сам телевизор. Если у вас есть USB, да сейчас у всех практически телевизоров, у современных, есть USB разъем. Этим концом вставляем в телевизор, в HDMI разъем, а USB-шка уже идет в порт USB на телевизоре. И вот так вот у нас будет висеть флешка в телеке вставлена, и проводок будет немного болтаться, но его можно будет как-нибудь убрать по-красивому. Ну, в общем, не колхоз, но и не супер мега такой комфорт, но нормально, в общем. Могло бы быть и хуже. Инструкцию положили, маленькую такую книжечку раскладывающуюся. Она на английском языке. В принципе, я думаю, она вам не пригодится, потому что мало кто читает на английском языке инструкции. Но, в общем, она есть. Инструкцию положили. Гарантийный талон тоже положили. И на этом все. Коробочка пуста. А это значит, что мы сейчас будем подключать к телевизору и тестить на играх. Подключу GameStick Lite к телевизору и давайте будем смотреть, что здесь у нас. Сверху мы видим 6 вкладок, список класси, почему-то не до конца написано, сокращенно. Я думаю, это классические, наверное. И история, собира, это, наверное, собирать, наверное, поиск и загрузи. Почему-то тут сокращено, ну, потому что, наверное, маленькие ячейки и полностью название здесь не поместилось. Ну, в общем, давайте посмотрим. Список — это у нас все игры. Здесь 15103 игры. Ну, я, конечно, немножечко еще сюда на флешку записал игр, но там маленькое количество, то есть и без моих игр, которые я записал, тут дохренища просто игр на разные консоли. Но обо всем по порядку. В разделе классика мы видим, здесь представлено 9 различных игровых устройств. Мами — это игровые автоматы аркадные. FC — это у нас Famicom, она же Dendy. Game Boy — обычный стандартный. Mega Drive, она же Sega Genesis. Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo, она же Super Famicom, она же SNES. PS1, она же плойка первая, и Atari. Раздел История — это те игры, которые я уже запускал. Здесь отображаются те игры, которые вы будете запускать.
Раздел «Собирай». Сюда попадают игры, которые мы пометим звездочкой. То есть понравившуюся любую игру можно пометить звездочкой на R2, и она появится здесь. Давайте я вам сейчас покажу. Заходим, допустим, в Famicom. Вот игра у нас Super Mario Bros. Нажимаем на R2. Появляется звездочка. Теперь заходим в раздел «Собирать». И, как мы видим, Super Mario Bros. Появился у нас в этом разделе. В поиске мы можем вбивать название игры. Практически все игры здесь набраны. Поэтому, если вы будете в поиске вбивать, то не факт, что ваша любимая игра здесь появится. Но это легко все, в принципе, решается. Можно загрузить. Пожалуйста, есть вот раздел «Загрузить». Я здесь загрузил 9 игрушек на различные консоли. Поэтому сюда можете загружать ваши любимые ромы и потом уже в поиске вбивать, и все будет отображаться нормально, как и должно быть. Ну, давайте, допустим, заходим в Sega Mega Drive. Вот, например, Adams Family, ну, семейка Адамсов, названа так же, как и в оригинале. Ладно, идем дальше. Вот, например, игра Aircraft у нас в списке называется. А справа мы вот видим картинку. Игрушка это Slap Fight. Я на самом деле не знаю, что это за игра, но вот вы можете видеть, она называется Slap Fight. Знаменитая игрушка, эксклюзивчик Sega 95 года Aristar, например, называется Alien Prince. Чужой принц. Да, ну и название у Aristar'а. Если нажмем на клавишу Select, то у нас высветится вот такая менюшка. Можно здесь посмотреть информацию о нашей прошивке M8. И вы видите, дальше код идет. Версия 2.0. Может быть, можно накатить какую-то другую прошивку, но я не рекомендую это делать. А лучше всего вообще, ребят, сделать копию на компьютер куда-нибудь. Закиньте себе копию этой флешки всей, всех данных. Пускай где-нибудь у вас в папочке хранятся. Вдруг, мало ли что, всякое бывает, могут файлы стереться, пропасть куда-нибудь, если вдруг все здесь сотрется, и тогда вы спокойно накатите по новой, и будет вам счастье. Можно вот скинуть до заводских настроек, но я этого, конечно же, делать не буду. Раздел «Просматривать» я, кстати, не понял, что это за раздел, потому что нажимаю на клавишу A, и ничего не происходит. Звук кнопки. Здесь мы можем, например, вот на такой звук, на прыжок из игры Super Mario поставить. Звук 3, вот такой вот, довольно-таки прикольный, приятный. Вот звук Марио, но дурацкий звук, на самом деле, он не очень раздражает больше. А вот звук 3, допустим, уже такой приятный. Звук 4. Тоже более-менее, кстати, приятный. Чем-то мне на iPhone напоминает на звуки, когда по менюшке лазаешь. Звук 5, ну такой, раздражающий немного. Можно вообще немой поставить, чтобы было без звука. Ну ладно, давайте оставим звук 1. Вернем как было. И три языка у нас. Итальянский, русский и я даже не знаю, что это за язык. Поэтому оставлю это экспертам. Эксперты, напишите в комментариях, что это у нас за странный такой язык. Кстати, клавиша мод я так и не понял, для чего нужна. Если нажимаем на клавишу мод в менюхе, ничего не происходит. Давайте запустим по игрушке и с каждого раздела посмотрим, как они будут запускаться. Начну по порядку с игровых автоматов. Main. Так, чтобы выбрать? Чтобы выбрать много различных King of Fighters. Street Fighter у нас тут, смотрите, есть. Ваку-Ваку. The Last Blade 2 называется у нас Ваку-Ваку 7. Забавно.
Street Fighter 2, например, под названием Savage Reign. Да. Давайте в WrestleMania запустим. '95 год, Midway и Acclaim Entertainment представляют один из лучших файтингов всех времен, я считаю. Как по мне, это так. Не играл, кстати, никогда в аркадную версию, играл только в сеговскую. I'm a sexy boy, sexy boy. Давай, Шон Майклс. А, или это демо нам показывают? Шон Майклс против Брэд Хитман Харт. Так, это у нас лого просто такое. Давай Шон Майклса выберем. Интернациональный чемпионат. Шон Майклс против Шон Майклс, да ладно. Шон Майклс против Шон Майклса. Ох, ну ничего, по крайней мере, не лагает, кстати. Нормально работает. Ух, напинал-то, а. Так, а как тут бегать? Так, блок это у нас R1. Может, вперед-вперед, по-моему, бегать. Ах. Нет, не вперед-вперед, я просто уже не помню. Ох. Короче, меня замочили. Кстати, ребят, можно ставить на паузу. Если хотим выйти в главное меню, то нажимаем Select плюс Start. У нас здесь высвечивается вот такая вот менюшка с синим экраном. И нажимаем на выйти. Также можем сохранять игры. Вот давайте сейчас на этом моменте сохранимся. Так, все, мы сохранились. Куда-нибудь вот сейчас отойдем. Вот сюда. Нажимаем опять Select плюс Start одновременно. Нажимаем загрузить. И с этого момента, на котором мы и сохранились, мы с этого момента начинаем снова играть. Супер, супер, можно, да, сохраняться в играх, это хорошо. Так, что еще здесь есть? Перезагрузка, это походу, чтобы игру перезапустить. Ну, reset, продолжить, слот для сохранения. Можно в несколько слотов, то есть несколько сохранений делать. Контроль, нажимаем на контроль. И ничего, кстати, не происходит. Ну, в общем, не знаю, что это такое. Ладно, давайте выйдем. И сейчас запустим что-нибудь на Famicom. Да, что нам тут выбирать? Давайте Super Mario Bros. Одна из самых знаменитых игр вообще в истории игровой индустрии, так что давайте запустим ее. Картинка на весь экран, в принципе, даже на Денди. А вот насчет Game Boy, кстати, не помню, на весь экран или нет, надо будет проверить. Game Boy Color, по-моему, на весь экран, а Game Boy обычный, по-моему, тоже на весь экран. Я просто запускал давненько и уже не помню. Ладно, сейчас дойдем, проверим. Музыка звучит отлично здесь. Так же, как и должна звучать. В общем, нормально все работает. Input lag, кстати, никакого, ребят, нет. Я боялся, что будет input lag. Нет, input lag нет. Отлично все работает. Без каких-то косяков. В общем, полет нормальный. Вот мы как раз добрались до геймбоя, до классического геймбоя. Давайте выберем Adventure Island, первая часть. Да, на весь экран у нас игра. Нажимаем на старт. Черно-белая, так же как и на геймбое. А чё, слушай, прикольно, первый раз играю в Adventure Island на геймбое. Ну, в общем, как-то так.
Вот, также тут скейт есть. Все как на Денди в первой части. А возможно, кстати, это полная копия. Надо бы еще чуть-чуть дальше пробежаться, посмотреть. Ну хотя нет. Это не полная копия. Да, нет, конечно. В первой части на Денди не было динозавров. Динозавры появились, если мне память не изменяет, только в третьей части. Даже во второй, по-моему, не было динозавров, могу ошибаться. Хотя нет, во второй части они уже были, по-моему. Во второй части были динозавры, вот в первой динозавров не было. А здесь Adventure Island первая часть на Game Boy и уже есть динозавры. Музыка нормально все звучит. Вот такое вот, кстати, колесо с яйцами было, по-моему... Ну, в первой не было, во второй, по-моему, или в третьей. Ну, в общем, в какой-то части было. Было это. В общем, все работает отлично, нормально. Давайте дальше. Следующее у нас уже идет Game Boy Advance. Это уже гораздо поинтереснее будет. Запущу я Castlevania. Посмотрим, что это за Castlevania такая. О, мы за Лукарда играем. Выглядит прикольно. Или это не Лукард? Но похоже как Лукард. Все на японском. А почему вокруг нас синяя такая аура? Непонятно. Ну, в общем, ребят, смотрите, как... Начинается похоже как Symphony of the Night. Я просто не играл в эту часть. Ничего не могу сказать. Опа, это что-то? Сейчас драться с нами идти будут? Слушай, да, за нами идет. Вот так выглядит косла с Game Boy Advance. Ну, кстати, прикольно. Только мне единственное не нравится вот эта синяя аура вокруг Алукарда, наверное. Ну, в общем, вокруг главного героя. Вот у нас замок. Так, можем дышиться. В общем, вот такая косла, ребят. Так, Game Boy Color. Запускаем. Запущу Alien Fighters DX. Я не знаю, это настоящее название игры или нет, потому что справа нету текста на картинке. Поэтому я не знаю. Но, судя по картинке, это какой-то шмап. Ну вот, да, это шмап. Это шмап. Я не играл в него, поэтому не знаю. Первый раз запускаю. Ну, в общем, шмапчик. Да. Ну, как-то так. По-моему, работает все нормально. Мне просто не с чем сравнивать. А вот можем заряженный удар еще. Если удерживаем клавишу A, то у нас заряженный удар получается. Прям как в R-Type. Всеми любимая Sega Mega Drive. На Сешке я хочу запустить Skeleton Crew. Это изометрический классный такой боевичок. Очень графонистый, кстати, для своего времени. Но я его так и не проходил. На выбор тут, по-моему, 3 персонажа дается. Вот такой здоровячок. Вот такой вот и вот такой. Давайте выберем Ведьмака. Уровень первый. Так. Почему-то тут в разных играх громкость по-разному отображается. Какие-то тихо запускаются, а какие-то громко запускаются. Так, можно даже чуть-чуть потише сделать.
Ну, в общем, вот такая игрушка. Так, Супер Фомиком. Зомби против соседей. Хочу запустить ее. Европейская версия. Так. Игра на самом деле сложновата немножко, потому что здесь тикает время. И нам нужно спасать соседей, чтобы не съели зомби. Так, подбираем девочку из группы поддержки. Бабулечку тоже. Заглянем в мусорный бак. О, карапуз, иди сюда. Шашлычки. Точнее, барбекю. Прекращайте готовить, тут ходят зомби. Это первая часть. Слушай, ну нормально, работает все отлично. В принципе, играбельно. Ничего не лагает. Первая Сонечка. Добрались и до нее. Давайте посмотрим, как работают игры на первой плойке. Что-то мне подсказывает, что не очень они будут работать, потому что она уже более требовательная. А давайте Crash Bandicoot запустим. И называется, смотрите, как игра, The Old Wolf Trilogy. Naughty Dog. Вот она, ребят, студия, которая, как я считаю, наверное, одна из самых лучших, но для меня самая лучшая студия в игровой индустрии. Это Naughty Dog. Обожаю студию Naughty Dog. В первую очередь за серию Uncharted. Ну и, естественно, за трилогию Crash Bandicoot, за Джека и Декстера и за Одни из нас. Insanity Beach. Так. Ну, кстати, слушай, нормально работает. Просто я как-то запускал давно Tekken. Вот Tekken ужасно работает. Я вам сейчас покажу, как работает Tekken. Сейчас только немножечко еще пробежимся. Ну, слушай, да, да, нормально работает. Дела. Значит, какие-то игры запускаются нормально, а какие-то с лагами. Да. Ну, слушай, может потянуть. Смотрите, геймстик нормально запустила Crash'а. Все работает. Input лага я не чувствую. Проседание FPS я тоже здесь не чувствую. Я, кстати, Crash Bandicoot проходил оригинальный на PlayStation Vita. Но я управлял не стиком, а я управлял стрелочками. На PlayStation Vita я покупал через PS Store в разделе классика. Классика PlayStation 1. И не помню уже за сколько. Врать не буду. В общем, покупал я именно первую часть, первого Crash'а. И вот я его проходил. То есть оригинал на PlayStation Vita. На первой Соньке, на оригинальном железе, я не проходил. Потому что у меня довольно поздно уже появилась первая плойка. И после того, как я уже прошел Crash'а, поэтому второй раз я не стал уже проходить. Ну, я прошел потом ремейк, которая Insane Trilogy выходила, трилогия. Вот я там еще раз прошел, пробежался, все круто, да. Ну, все так же, как и оригинал, только в графике. В более современной. В общем, ребят, все нормально, отлично работает. Так что давайте я запущу сейчас Tekken 3. И вы посмотрите, какая жопа там будет твориться. Вот она, Tekken 3. Запускаем ее. Выбираем Arcade Mod. Давайте возьмем Кинга. Кинг против Вано. Помните в русской версии на первой Соньке? Вот я уже
Вижу прям, все медленно, все тянется прям. Да, игра была не такая быстрая, как, например, Dead of Alive, или не такая быстрая, как Soul Calibur. Ну, быстрая, но не настолько быстрая, как на Dreamcast вот эти вот игры. Я имею в виду Soul Calibur и Dead of Alive. Но точно не такая медленная, как сейчас я играю. Это ж вообще жопа. Я не знаю, сколько здесь кадров. Ну, может, FPS 15, возможно. Да даже меньше. FPS 8-10, наверное. И причем музыка тоже в замедленном ритме играет. В общем, играть совершенно неприятно. Как бы можно играть? Можно. Но зачем? То есть я не вижу смысла вот в таком вот замедленном режиме играть. Самый олдовый раздел из всех, которые здесь присутствуют, Atari. Давайте запустим Галага. Я любил на Денди играть в Галагу. Это было забавно. И как-то она быстро работает. На Денди гораздо-гораздо медленнее. На Денди ты выстреливал, и ты не мог еще выстрелить снаряд, пока снаряд не попадет в монстра, либо пока снаряд не улетит за экран. Ты не мог выпустить. А здесь, смотрите. А, здесь по два снаряда можно. А на Денди, по-моему, по одному, насколько я помню. Ну, в общем, я играл в версию, где один патрон ты выстреливал. И гораздо все медленнее, по-моему, было на Денди. Здесь как-то пошустрее работает. Не, ну прикольная игра, на самом деле прикольная игра. Я любил залипать в детстве. Хотя друзья у меня не очень любили. А вот мне так всегда нравилось. В общем, игра на самом деле залипательная. Но работает нормально, отлично. Все разделы я вам показал. Теперь давайте запустим игру, которую я загрузил на флешку. Это Street Fighter 2 Turbo. Выберем турборежим. Выберем Рю. Против Зангива. Отлично. Ну, в общем, нормально все работает. Как вы можете сами видеть, игры запускаются, которые мы загружаем на флешку. Все работает отлично. Еще бы вспомнить, как играть. Так, Хадукин. Ага, все, вспомнил. Вспомнил сразу. Ну, в общем, ребят, вот так. Работают игры, запускаются, все отлично. Подводя итог, что могу сказать про GameStick Lite? На самом деле, очень крутая штуковина. Я не ожидал, что за свои деньги, а она стоит где-то 1500-2000 рублей, она будет выдавать вот это вот все. Вы сами видели, как на ней работают 16-битные, 8-битные игры. И, блин, по-моему, это очень прикольно. Input лага в этих играх 8 и 16-битных я не заметил. Особенно меня удивило, как она запускает проекты с игровых автоматов. Никакого input лага, никакой задержки, никаких там битых пикселей, артефактов, ничего этого я не заметил. Играть одно удовольствие, очень круто на самом деле, честно, не ожидал. Спасибо, что досмотрели до конца этот ролик, и надеюсь, он вам понравился. Если так, то поставьте, пожалуйста, лайк, а также пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал, если вы по какой-то причине еще не сделали этого. Всем до новых встреч, и смотрите Axel Rage!